Всем привет гостям и подписчикам канала. Хочу вас обрадовать, наконец-то вышла игра от Rovio Angry Birds Go. Это гоночная аркада, похожая скорее на раннер, во вселенной тех самых сердитых птичек Angry Birds. Игра представляет из себя аркадную гонку, как я уже сказал, где вы запускаете из той же самой рогатки птичек и гонитесь, собираете монетки, соревнуетесь с теми же самыми зелеными поросятами. В игре в настройках можно выбрать управление либо акселерометром, поворотами, либо кнопками по бокам экрана. Можно включить-выключить звук. Попробую продемонстрировать вам саму игру. Вначале идет выбор автомобиля. На заработанные деньги можно модернизировать. Нажимаем кнопочку «плюс». 100 монет. Заработано 130, 146. Соглашаемся. В самом начале нам предлагают выбрать автомобиль. Один из них очень прочный, один хорошо управляемый, третий очень быстрый. В процессе можно за монетки заработанные их модернизировать. Есть такой нюанс, как приобретение машинок за натуральные деньги, то бишь за донат. И стоимость этих машин удручает, мягко говоря. Многие обзорщики уже об этом говорили. Например, вот эта машинка стоит 1635 рублей. Не знаком я с настолько отбитыми на всю голову фанатами, которые согласятся купить. Сам чуть не купил. Так. При входе в игру мы видим вот трек номер один, который представляет из себя несколько вариантов гонки. Как вы видите, есть несколько режимов, которые по очереди мы можем играть. Ну и выбирать можно, конечно. Есть ускоритель вот такой типа форсажа. Запускается это дело все вот таким образом. Это они фруктового ниндзя тут, видимо, решили потроллить. Кстати, в игре встречается неплохой дрифт. Ну, сейчас, например, дрифтануть можно. Хотя динамики не хватает. Это, конечно, не Need for Speed и не Asphalt 8. Двести монет, можем управляемость тюнингануть. Следующий режим. Напьемся и лежим. Идет отсчет. Фальшстарт тут приводит к тому, что мы начинаем крутиться, вертеться и тормозить. Не стоит этим увлекаться. Мы его и так сейчас сделаем. Ай.
Итак, бесплатная, отличная аркада с дорогим донатом, но все-таки можно без него, я думаю, в большинстве случаев обойтись. Скачивайте, игра бесплатная, ссылка в описании. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.